Да, антисептик, то, что нам в нашей текущей ситуации очень нужно. Так, дальше мы... Добрый день, господа, девушки. Ирина, две Ирины, да? О, надо же желание загадывать. Ирина мастер, скажем так, или как вас лучше называть? Или по отчеству? Ирина Брайт. Ирина Брайт. Вот так, отлично. Ирина Сверчкова. Что будет происходить сегодня? Будем делать красотку из Ирины в красном. Будем делать макияж с яркими губами и голливудскую волну. Ну, пока начнем с макияжа, чтобы было Ирине приятно на себя смотреть, любоваться собой в зеркале. Так, будет. Чтобы не упустить момент, сразу можно телефон ваш назвать, чтобы люди, если было желание, позвонили вам. Телефон 903-626-3149. Также можете подписываться на меня в Инстаграме Ирина, нижнее подчеркивание, Брайта. И территориально это находится? Территориально Щелково, Фрязино, Королев. Я выезжаю на Гинск, Балашиха, Черноголовка. Что по желанию договоримся, я думаю, не будет в этом. Все, спасибо, поехали. Ровным, плюс еще за счет той базы, которую мы нанесли, он прямо сливается с кожей, и его совершенно не видно. У Иры очень хорошая кожа, несмотря на то, что у нас не все хорошо с экологией, несмотря на то, что уже не 20 лет. Ну и не очень много, конечно. Но я часто встречаю девочек, у которых очень сухая, обезвоженная кожа. В связи с этим
могу порекомендовать пить много чистой воды, не газировки, не чаи, а именно воду. Прогулки на свежем воздухе, в лесу. Браузером все это нужно для работы обязательно. Все это есть в моем арсенале. Сейчас мы увлажним губы. Чуть-чуть приоткроем. Увлажняющим маслом, чтобы смягчить их. И чтобы потом, уже в завершении макияжа, можно было ровно нанести карандаш, помаду, чтобы не было такого эффекта пересушенных губ как раз за время процесса макияжа. Масло впитается, губы будут более живыми, более напитанными.
теперь мы будем подчеркивать скулы и делать лицо более рельефным. Я использую NYX Highlight и Contour Pro Palette и смешиваю несколько оттенков. И затемняем обязательно нижнюю челюсть, создаем тень. По чуть-чуть, чтобы не навести грязь, не создать эффект синяков. Выделили скулы и теперь чистой кистью пройдемся по лицу, чтобы смягчить границы. Чтобы не было таких явных линий четких. Так, дальше. Глаза не смотрю. Не могу. Да какими надо вот такими? Злыми, да? Ну что? Поехали. Поехали. Так. Теперь, чтобы сделать лицо более свежий, загорелый вид, мы нанесем бронзер. Также его наносим в места, куда наносили скульптор. На шею. Ну, либо я уже лучше начала делать. Так, нормально там все лежит? Ой-ой, волосики наши. Далее мы наносим румяна. Улыбайся. Румяна Нарс Оргазм. Многие любят очень эти румяна. И они подходят практически всем. А теперь нанесем хайлайтер Dior Backstage.
на губы мы наносим стойкий карандаш. И потом еще сверху блеск.